Сегодня на улице отличная погода. Просыпается природа и, конечно же, наши любимые аттракционы. Сезон продлится до конца сентября, а диапазон цен в этом году составит от 1,5 рубля до 6. В парке Горького посетителей ждет новинка – свадебная карусель. Там же заработает надувной игровой комплекс «Жуки» для детей младшего возраста. Из парка 50-летия Великого Октября в парк Горького переехал аттракцион «Летающая тарелка». А в парке 900-летия Минска заработает надувной комплекс «Савана». И погода идеальная, и уже хочется веселья, какого-то тепла, хочется разнообразия. Мы всегда с папой катались на Супер-8, ракушках, автодром – это вот самое святое. Поэтому мы приучаем новое поколение к некоторой дозе экстрима. Уже очень понравилось. Впечатление положительное. Идем в том же духе. Колесо обозрения. Люблю. Сама немножко боюсь высоты, но интересно. Виден весь Минск. Люблю вот на цепочках карусели. Ну, а так, в принципе, Хали-Гали раньше был аттракцион. Супер-8 вот. Вот эти мне нравятся. Это было в парке Челюскинцев. А здесь в парке как бы только на колесе обозрения была. Мне нравится. Чисто, аккуратно, все благоустроено. Я прочитала в интернете, в инстаграме, что 27 апреля открываются карусели. Вот. Мы с нетерпением ждали этого дня. Она меня уже ждала сегодня с утра. Вот. Всего 2 раза. Это 2-й раз. Мне всего тут нравится. Мой любимый раз на поезд. Очень классно.